Окей, окей, здравствуйте, здравствуйте. Окей. Короче, моя любимая, моя родная, у нас ролик просто мега необычный. Мы с тобой вдвоем против 5 трейдеров. А знаешь, в чем самый сок? Я буду покупать скины, с которых меня убили. Но против нас 5 трейдеров. Мы все соберемся. Сейчас, подожди. А давайте. Че, давайте? Че ты пишешь уже им? Где купим молики? И сожжем Леху. Не надо Леху сжигать. Не надо, дядя! Да ну нафиг, они тут скины кидают, туерсы всякие! Да. Реалганы, ты хашки, это жесть! Блин, может ну его нафиг, может лучше такой не записывать. Нет, Леш, ну ты че, у тебя много, я помню, у тебя много голды было. Я копил эту голду долго, ты был капец. А там АКР-12 Риот, он же дорогой, он же... Там Реалган, Реалган, Риот, да, это все видел, там вообще габелла у них. Вот против... А, это у меня, а у кого Юс Генезис такой? Вот Реалган, что у него за Реалган, дайте посмотрю. Обычно не статрековский хотя бы. Хотя бы не статрековский, ладно. Не страшно. Не бойся, я с тобой, я буду тебе помогать. Да, 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 я... Представляешь, я даже дикл беру. Ага, хорошо. Да, ты даже дикл... Ага, дикл топ, говорит. Главное, не поддавайся, пожалуйста. Ну, правда, я не хочу много голды потратить. Хае мне летит, Леша, я ничего не могу сделать, представляешь? Они это Б или тебя куда? Балдует. Да подай иду, подай. Подожди, под Б тоже много. Сейчас, одного забрал, одного забрал. Они все под Тёмка! Они все в Тёмке, у меня ХП 63! Иду, 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 Леха, живи. Иди, 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 иди. Да блин! Некромастер, ты где ведь? Ты где ведь, блин? Ладно, хоть обычный. Ладно, хоть обычный, это же капец, блин. Пошли покупать. С первого же скина. Меня уже хлопают, так где ведь некромастера? Знаешь что, слава богу, что он не сандрековский. Ты, главное, я тебе еще раз говорю. Ты за меня. Ну, ты со мной, ты... 2000. Да ладно, что, попало у тебя? Подожди, Леш, подожди, Леш, не покупай. До меня только дошло, что некромансер это дорогой. А, да? Только сейчас ты это поняла, серьезно? Что за некромансер? Думаю, что-то есть такой, ну, скин. Прости, Леш, прости, пожалуйста. Спасибо, ну, за 1920 голды просто. Сколько у тебя, сколько у тебя тысяч голды? Это сейчас у меня столько тысяч голды. Фрагмент, Леш, пожалуйста. Мне кажется, в конце... Да ты не понимаешь, у меня в конце ролика этой голды не будет. Все, габелла. Это сейчас у меня эта голда. Давай так, если меня с ножа зарежут, я покупаю намерец фрагмент. Реально. Давай. Если меня с ножа зарежут. Все. Да? Главное теперь, чтобы меня с ножа не зарезали. Все, погнали дальше. Слушай, мне вот это не нравится. Только начал играть, уже меня стак 9 убили. Это что такое? Первая трата имеется, Лёва. Ага, я спас взял. Мне надо со спаса их выносить. Я поставил 400 хп. Надо было 500 ставить, потому что их пятеро. Ну какое балдуй простреливать Тёмку? Они здесь, знаете, они здесь, они у меня. Да у меня двое, у меня двое, трое у меня. Ага. Они меня все выбили, Лёшенька. Как старайся. Они тебя выбили? А вот так вот они народом всем собрались. И просто ра-та-та-та-та сделали. Давай, Лёх, первый. Хорош, Тёмка есть. Спина у тебя. Понял, Лёш. Я понял, я понял. А, бомба. Предупредительный просто хэдшотик. Да блин, Реалган! А он же дорогой, нет? Он обычный, но все равно дорого. Ладно, все, пошли, Реалган, просто покупал. Ты понимаешь, сначала так 9, теперь Реалган, а хэр Реалган. Я не понимаю, знаешь что, они меня походу жалеют, потому что он не статрековский был, да? Это же Origin коллекция. Но он был не статрековский, хотя бы это радует. Вот что-то, сколько он стоит сейчас? Обычный. Подожди, это статрековский. Нет, обычный. Ну, слушай, нет, ну 550... 555 голды, это вообще жесть. Это знаешь, я тебе так скажу, что это тоже недешево. С наклейками тебе везет вообще. А, да? Мне не везет в призыве, что меня убивают. 400 хп стоит, это что такое, блин? Балдуй, что носишь? Ты посмотри, у тебя за вебкой АВМТХ, Лизер, Генезис, Релик. Ты вообще в АВМ Спорт В2, и ты говоришь, 555 рублей много голды? Голды. Ты понимаешь, что если сейчас меня, вот, не дай бог, у них у кого-то будет АВМТХ или что-то еще, то мне придется продавать что-то или донатить, чтобы это купить. Да, главное, не бери их в руки, чтобы не помирать. Ну, чтобы они хорошо. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Пошли, пошли. Ну и что, Нонеш, ты посмотри, у тебя за вебкой АВМТХ, Лизер, Генезис, Релик, ты вообще в АВМ Спорт В2, и ты говоришь, 555 рублей много голды? Голды. Ты понимаешь, что если сейчас меня, вот, не дай бог, у них у кого-то будет АВМТХ или что-то еще, то мне придется продавать что-то или донатить, чтобы это купить.
пить. Так главное не бери их в руки, чтобы не помирать. Ну, угу, хорошо. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Пошли. Во-во-во, братцы, давайте на чистоту. Наверняка каждый из вас хоть раз задумывался стать киберспортсменом и мечтал получать деньги, играя в свою любимую игру. Такая возможность у вас есть прямо сейчас. Приглашение в Ладдер. Площадка Cyber Hero прямо сейчас проводит турнир, в котором любой желающий может принять участие абсолютно бесплатно. Вас ждут незабываемые командные сражения, в которых лучшие игроки будут вознаграждены не только денежными призами, но и валютой сайта, за которую вы можете купить себе наушники, мерч или даже 11-й iPhone. Все это прямо у них в магазине. Тебе не нужно искать даже свою команду, ведь вместо тебя это сделает Cyber Hero. Каждый месяц разыгрывается 100 тысяч рублей и больше 200 тысяч голды Stand of 2. Ссылочка будет в описании. Так, ребята, сразу говорю в этом ролике, давайте все напишем комментарий, кто знает какого трейдера, и позову я его в ролик, и запишу что-нибудь похожее. Поэтому пишем комментарии трейдеров, которых вы знаете больше всего. Ну реально. Трейдеров, ребята. Да, я позову в ролик, поэтому, ну, не забывайте, кстати, подписываться еще на казашку, она у меня в описании будет, на нее ссылочка. Подпишитесь, да. На, есть, на, есть, на, в апартах есть. Я знаю, у меня под вопросы тоже есть. Мне лонг, лонг трое, много лонг, накоцал лонг. Живи, я апарты пушу, короче. А, там какой-то трейдер номер 3 жесткий. Они все под Б. Кого-то там да? А вот он, вот это. С пачкой, все. Он с пачкой был. Все, все, я от пачки играю. Слышу, на миду. Пошел ты нахер со своим АКРом. Я уже играл, я же покупал его. Второй раз я его не куплю. Все, соло стал. А вдруг это самый богатый сейчас трейдер был? Вот именно. Леша, АСМР. АСМР для сна от мафиозника. 86! Всего он был... О, за калаша тухер слёж. Ты понимаешь, что сейчас могло быть? Понимаю, это было бы жопа. Не, самый прикол в том, что быстро 400 хп они выносят. 1-2, счет. Я уже купил и так два дорогущих скина. А у меня такой вопрос. Вот у меня есть эска жестко дорогая, больше 15 тысяч. Не надо, не умирай, не надо им скидывать. Оставай. Ну, они ее подберут, а потом меня с нее убьют. Спрашивают, что будет еще, блин, ёки-палки. Они опять все, блин... Нет, не надо, дядя, иди сюда. Где? А меня выбили, Леша, они все под Б опять. Ну, я они понял. Со всех сторон, обалдеть. Я могу как симпл, короче, засейвиться просто. А нет, если ты проиграешь раунд, ты должен кейс. Смотри, подсадку, что там делает, обалдеть. А он тебя выжидает. Опа, хорошо. 188 хп. Тварь, паладин, М4-1 паладин. М4-1 паладин, М4-1. Это обычный нестатрековский. А он нестатрековский, Нормально, пошли покупать. М4 паладин. Подожди, а сколько он стоит? Подожди. А он не дешевый, кстати. Нет, ну обычный убили, обычная аркана. Это обычная аркана? Подожди, где? А если это была статрековская 13 тысяч. Разница в 10 тысяч, кстати. Блин. Нифига. Ну, мне кажется, знаешь, у по чуть-чуть. Опять у тебя с наклейками. Ты что такой лайки, Леша? Так они все с наклейками. Ты понимаешь, сейчас вот потихоньку начинается вот эта жопа. Я прям чувствую, да, жопа сейчас какая-то будет, реально. Знаешь, что начинается? Заварушка. Заварушка, да? Угу. Завариваем чай и идем, получается, дальше в катку, да, в заварушку. Я теперь, понимаешь, как я боюсь вообще ножа, вот если честно. Потому что вот если я куплю Наймелис... Хочу. Ребят, пишем комментарии, кто каких трейдеров в принципе знает, да, кого позвать еще в ролик, и мы запишем вторую часть. Реально. Я сейчас подумаю, сколько лайков надо собрать. Ну, в любом случае, ставь лайк. Очень многие забывают. Я смотрю аналитику ролика, и почему-то ты не ставишь лайк. Это же не сложно. Мне приятно, Леша, тебе не сложно. Анализатор. Все, анализатор. Погнали дальше в катку, анализатор. Ну как? Он не сильно, конечно, дорогой, но стоит тоже, блин, неплохо, прям. Твою дивизию. У меня экономики просто нету. У меня экономики просто, они мне все в ноль. Не переживай, Лешенька. Сейчас мы выровняем. Леш, ты с чего помер? Леш, тебе в голову прописали. Леш, что ты молчишь? Леш. АВМ to years. А сколько он стоит? Да хренище он стоит. Ой-о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 й. Все, я бомж. Боже, почему они в спину? Я просто становлюсь бомжом! АВМ to years! Я их перебаню. Запомните, я их перебаню. Новые скины будут, ура! Пошли покупать. Пошли. Ой, ес, а вы!
Это сколько? Это 1010 он стоит, Туерс? Сколько Туерс, Авик, стоит? 1010, блин? Я не знаю, я с него не играю. Какая гад. Я потом узнаю. 7500. 7? Это почти столько же, сколько Enamels, блин. Какой взять? Вот этот вот с одной наклейкой или вот этот с четырьмя взять? Я вот не знаю. Наверное, как будто без четырьмя, да? 7000. Было 60 с чем-то тысяч голды. Осталось уже. Ты понимаешь, что... Каждый раз сейчас... Пошли дальше. Пошли. Веселее, Лёш, веселее. Да, давай. Конечно. Я на позитиве. Let's go. Чтоб ты понимала, Зая, у меня перед роликом было 60 тысяч голды. У меня уже меньше 50. А это что такое? Вот столько будет голды. О, боже. Ладно, я понял. Хорошо. Так и живем в этой жизни, в этом мире. Я не понимаю, они вчетвером, Лёша. А, да с чего тебя убили? С какого АКРа? Да, там они, у них у всех дорогие АКРы, Лёша. Да? Я понял. Да, вот, я не знаю, как у них... Перезаряжаюсь! Фигуры. Они не только трейдеры, они скилловые. Хорош. 2 хп! Ты их в баню! Ай, в 4 F16 Мурена! Я не знаю, это недорого. Обычно, нет, недорого. Пошли покупай. M16 Мурена, по-моему, недорогая, кстати. Нет? Мурена. Сейчас я посмотрю, подожди. Я понял, мне просто страшно. Мне... Мурена, Лёш. Это все. С меня взяли. В смысле, с тебя, у тебя упала эта Мурена? Да, вообще... это же КПшник. А, то есть ты умерла с Муреной? А у тебя статрека скале обычная была? Честно сказать? Ну да. Нет, убила меня обычно. Потому что если ты подбираешь чужой статрек, он не отображается. У меня было статрека. Ну а убили меня с обычной, статрек не показалось. Поэтому засейвился. Да. Ха-ха-ха. Давай дальше в катку. Так нечестно, ребята. Честно. Честно. Чтобы он честно. Это... У меня статрековский был. Все вопросы к разработчикам. Потому что в игре, если ты подбираешь чужой статрек, то тот, кого ты убиваешь, у него отображается обычный. Понятно? Я понятно объясняю. Вот так вот дед засейвился в этом раунде. Let's go. В этой игре, я так понимаю, трейдеры победят нас, да? Ну, типа, ребят, кстати, я не знаю, напишите комментарии, может, я мало хп поставил? Ну, как-то знаете, ну, типа, я вроде не говорю, что я супер игрок, как бы, да, ну, что-то прям, ну, быстро меня выносят, ну, типа, ну, вот опять Б закидывают. Подсадочку, если что, делать. Теперь я в спину иду, Лёх, ты, главное, живи. Да я-то живу. Они... Можно подсадку потом как-нибудь на медочку сделать красиво. Хорош, я иду. Живи. Ну, все, Габелла, я убираю! Убираю! Их тут много, Зая! Их много, блин! Ты Дикл Якудза, блин! Обычный, блин! Дикл Якудза? Ладно, хотя бы обычный, да, это Аркана. О, мы раунд взяли, Лёшенька, живем. Пошли какие покупать. Какие тут дорогие скиночки. Да, пошли Якудзу покупать. Не, я... Как нахрена он вообще Дикл взял? Нахрена он Дикл взял? У них нормально там денег Якудза? Должно быть. Якудза, блин! 3600! Я ему руки оторву после ролика, я этого трейдера найду. Каргишами. Нафига мне каргиши? У меня мужские. Нет, в смысле, ты что, офигел? А зачем мне каргиши? Подожди, смысл? Каргиши, в смысле мужской? Ты сейчас что-то хотел сказать, да? Типа для девушек каргиши? Да. Ты офигел? Для да? Нет, не знаю. Так, будем мафиозников в комментариях. Так, в смысле, каргиши, так 9 скарги... Давай так, каргиаш для мужчин или для девочек? Вот пиши комментарий, реально. Если больше будет для мужиков, каждому подарю по диглу Якудзе. Если для девочек, ты то так и будь вам. Я вам наклейки. Аудитории, я не покупаю. Да, да, без покупаю, честно напишите, реально. Для кого каргиши? Для пацанов или для мужчин? Вообще. Ага, пошли дальше. Все, пошли. Чуваки, я серьезно говорю, я в этом ролике все походу потрачу. Я не знаю, нам нужно либо уже помирать 3 раза, либо камбэкать 3 раза. 2-5, елки-палки. На меду. Какой на меду? Пацан, не, я на мед не пойду. Да, ну какой пацан, они сейчас. Ну иди. А что ты мне плохо сделал? Подержи меня на весу. Опа. А я буду сесть здесь, их выкуривать жестко. Че, есть там кто-то вообще? Пока нет никого. Спалили. С Авиком я слышу. Да, это Туерс, походу, тот самый Туерс. О, казашка, кого-то минус успели. Один есть. С Авиком со мной сражается. Все, минус. Леша, они вдвоем там. Все, я спрыгиваю. Потому что я спалила жестко свое местоположение. Да, блин, у меня хп опять мало. Ну, нет, тут недорогой, Авик валяется. Да? Живи, Лешенька, живи. Я на их респе. Да он сзади зашел опять, так где это? Он опять с некромастером зашел сзади. Я что, их пустить, что ли, буду?
У него эска была твоя, она ж дорогущая, Лёш. Пошли ТЭК-9 некромастер покупать. Я чё буст ТЭК-9, что ли, делаю некромастеров? Или чё, я понять не могу. Второй раз подряд мне с некромастера грохнули. Это что, блин? Подожди, опять некромастер? Да. О, имба. Имба вообще, мне тебе их два. Подари мне один некромастер. А ещё чё тебе подарить? Вот если ты меня поджигать перестанешь, я ещё подумаю. Я постараюсь. Два некромастера подряд. Давайте так. Чей комментарий наберет больше всего лайков, тому я его подарю. Леша, вы представляете, Леша не обещал всего в ролике. Он потом все забудет. Я ничего не забуду. Менеджер такой, алло, там вообще в комментариях бомбят, Леха. Не, вы сначала лайков поставьте, а потом я все вспомню. Я все вспомню. Пошли забирать эту карту. Не, это все, я тебе говорю. Я стараюсь, понимаешь, я стараюсь. Вот, ну, я-то выигрываю раунды. Ты посмотри, выигрываю, я стараюсь. Я вижу, что стараешься, Зайка, но что-то... А тебя выбивают? Да, Габелла вообще. Я стану бомжом, это просто, чуваки, реально. Давайте за это лайк поставим и на деда подпишемся все вместе, потому что я трачу миллионы голды на ролики. Вот такая вот жизнь ютуберов. Так, я слышу этих... Ага, минус первый. А есть инфа, где ты их слышишь? Они на миду, у меня пушки. Блин, у меня казашка всех... На нос! Он меня выбил! Меня все, знаешь, чего он меня бил? Чего, с ножа? Dragon Glass, Лёша. А, я понял. Если бы я покупал эти скины. М9, Dragon Glass, Лёша. Если бы... Все, если бы меня с него убили, я бы, мне бы колды бы не хватило. Откуда Dragon Glass? Я не знаю, у кого М9 Dragon Glass вообще есть. Охренеть, просто. Чё такие богатые? А, только трейдеры, алло. Они кто-то с моего клана, кто-то с твоего клана. Это вообще Габелла. Слушайте, а может, знаешь, как я сделаю? Ребят, давайте так. Если ролик реально наберет 10 тысяч лайков, я записываю вторую часть, из комментариев беру трейдеров. Если ролик не набирает, ну, значит, не будет второй части. Ну его нахрен. Так, в домике есть, слышал. Пушат меня. Мид есть. Молик сейчас будет закидывать. Ага, минус. У меня 256 хп, у меня мало хп. Леша, живи, Леша, я сделал все, стараюсь. Что возможно в моих руках. Там карман, Лех, есть, не стреляй. Я знаю. С ним. Ага, забрал карман. Молодец. Так, они спину, спасибо, что спину хотя бы не ходят. Не, спину нету, лонку. Ага, ой, все, имба. Обычный калаш. Кто, с чем они тут бегали? У кого-то обычный калаш. Я понял, что они хотят. Они хотят меня просто изжить в этом ролике, просто чтобы я вообще все потратил. 2 ТЭК-9, некромастер, это же вообще Габелла, я уже купил. 5-5, нам нужно выиграть. О, один трейдер вылетел, все, имба. Вот это хорошо. Ага, это ты молик кинул? Леш, молик, нет, кто-то кинул молик. Вот это хорошо. Ага, это кто-то ты молик кушает, кинул? Леш, молик нет, кто-то кинул молик. Ля ты крыса, а? Не, серьезно, за... Я тебе отвечаю, Леш, кто-то кинул, кто-то рядом находится. Какая-то обалдуйкин вообще. Я тебе отвечаю, Лех, это просто жесть. Там с дигла стреляют. Все, минус. Это ты кинула молик, обалдуйка! Это не я, Леш, я. Не, серьезно, ну хорошо, смотри. Клянусь твоей попкой сладкой. А вот это уже... Мне кажется, серьезно. Попка моей сладкой. Дом есть тоже. Так, окей. Забрал мид, забрал дом. Залетай, дефай. Есть. Ну, кейсы ты сможешь выбить? Давай я дефьюжу. Давай, дефьюсь. А ты... Ну, он ребра, вот. Он с АКР-12 рейлган. Хорош, Леш. Дефаю. Нифига, боже. Ты свою М4 не скидывай, она дорогая вообще. Я знаю, я стараюсь с ней. Она да, просто бронебойная, я стараюсь с ней прям, ну прям, все, что могу забирать, прям как могу, прям реально. Я, ну в смысле, да. Стоп, блин, нет, что? Я передумал. Блин, я генезис скинул, зря надо, да? Я тоже свою скинул. Не, хотя ладно, я думаю, они вряд ли. Оставлю, а прикол возьмут, и как выбьют, у меня тоже М4, жесткая МК, дорогая. Так, на миду забрал. Есть цепочки. Минус. Я через мид иду. Ага. Рынок забрал. Ай-яй-яй-яй-яй. Апсы. Опять АКР-12 рейлган. Там вот какой-то с аватаркой, я псих. Рейлган обычный или сатрековский? Обычный. Спокойся. О май гад, 59 хп. О боже. Сколько ей тебе лет, да? О боже, кому сколько лет, не понял. Я себе локальная шутка. Чё за шутка? Почему я не в курсе этой шутки? Почему только ты в курсе этой шутки? Ля-л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 я-
Да я сейчас умру, у меня 100 хп! Зай, пожалуйста, помогай. Ну сейчас, ну...
Ну все, капец, меня с балкона. Вал Ойл Шен. Подожди, Ойл Шен? А что за вал? Вал Ойл Шен. Почему меня Статрек убивают с, так, знаешь, дробаша Арканы Статрек? Я понял, пошли разбираться, что за вал. Нам нужно его купить, если он с гол пасса, то это кейс. Let's go. Блин, меня с этого... Подожди, а этот вал статрековский? Меня со статрековского убили. А он, подожди, он голд пассе или он... Или он есть в игре? Как вал какой-то Ойше... А, Ойл Шен. А он не дешевый, кстати, 512. Ты понимаешь, 49 тысяч голды. Просто да минус, ладно, минус почти 20 может, тысяч. Может, на Неймлэс еще хватит? Не, если меня еще с Неймлэс одолбанут, я просто, ну... Знаешь, что я сейчас представила? Тип просто идет с Неймлэс фрагментом. Прясь просто. Если меня с МД Драгонглаза убьет, это что получается? А это если мне... меня? А, если а подожди. Не, если тебя, то ладно. Если меня убьют с М9 ДГ, я сказал, что если с ножа, то Неймлэс, то это как тогда мне покупать? Ты такой хитрюшка. М9 Драгонглаз. То есть я... я сказал Неймлэс фрагмент куплю, если меня зарежу. То есть по факту я покупаю Неймлэс фрагмент, то я не... У меня уже срака подгорает. Вот медленно, но верно. Просто Леша хитрюшка. Просто до жути. Да, я такой, я такой. Ты вообще офигел, Лёша. А как ты хотела? Ну вот так вот, погнали давай дальше. Давай драться, у тебя много голов. Не, хватит, давай. Я сделала так, что ты будешь помирать. Хрен вам, пошли дальше. Фиг тебе, все, пошли. Нам нужно один раунд забрать. Зай, давай правда, ну давай заберем реально. Ну правда, надо забрать, все, я не могу уже играть, ну, хватит. Все, давай. Давай, забираем этот раунд и с кайфом. Красиво сейчас забираем, смотри. Сейчас красиво будет, чекаю просто. Минус первый, пачка. Не, серьезно? Домик забрал? Домик забрал. Да! Не надо фаниться, забираем! Может быть, элефант? Да нет, забираем! Элефант. Нет, забираем! Нифига себе, у меня крестик стал маленький, прикольно. Крестик на ВМ, на ВМ там вот это. А у меня пачка, Лёш. О, а если я тебя убью с др... А как мне тебя убить? Подожди, они в домике, не надо меня убивать! Смотри. Зай, домик! Да зачем ты это делаешь, а? За, ну надо раунд забрать, Лёш, ну серьезно! Да спокойствие, Лёш, ну смотри, сейчас. Мне страшно. Ну, Лёш, ну что ты боишься, господи, боже мой. Это мид, да? Он да, сзади, типа? Да, зига, да. Где ты, чё? А он пошел, наверное, смотри, как красиво сейчас сделал. Красиво, Лёш, да? У него АВМТХ. Ты серьезно? Да. Ну вранье, хамское вранье. Я не знаю откуда. Боже мой! Какой ты ха! Ты че меня так пугаешь, блин? А это чтобы ты не утерял свою сноровку, я тебе решил напугать. Это ёб пранк. Туда. Это пранк над дедом, ребят. Как он такой? От 0 до 10. Это просто жесть. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду ваши комментарии. Трейдеров буду читать. 10 тысяч лайков, записываю вторую часть. Все. А самый крутой комментарий, который будет вообще в комментариях, я подарю один голд пасс. Спасибо за просмотр. С вами был Дед. Всем пока. И с вами была Казашка. Да, на нее подписывайся. И мимо.